Что ж, вот мы стоим у твоего замка. Ух ты. Ой. Нет. Не пугайся. С электричеством тут бывают перебои. Ты так и не ответил на вопрос. А что ты спросила? Ты женат или нет? Нет, я не женат. Ну, не в данный момент. А что значит «в данный»? Слушай, и к чему этот вопрос? Тебе хочется даже большего. Я права? Всем привет! Ой, блин, господи, да чтоб меня! От режиссера Нила Лабута. Это моя сестра, Люси, лучшая рассказчица. Сначала слушаем, потом играем. Жила-была на свете девочка. Чудесная малышка. Домик родителей находился у опушки темного леса. Охотники затащили бедную в лес и один за другим надругались над ней. Все по очереди. Каждый. Деревенские охотники ушли и бросили девочку умирать. Ее спасло семейство, отец с двумя юными дочерьми. Они нашли надругавшихся над ней мужчин, а потом медленно, очень медленно казнили их. И ты представляешь? Что? Они так делают и сейчас. Кейт Босворт. Поскольку все три сестры – нежить. Джастин Лонг. Сюда! Повезло мне, что вас только двое, да? Кого нас? Сестер. Кто сказал? Дом тьмы. Пустяки. Искренне прозвучало, пустяки. Так и есть. Я всегда искренна. А ты?